Итак, друзья, всем привет! Сегодня 28 декабря 2020 года. Сегодня мы будем собирать наши корпуса. Сейчас я делаю в наших боковых щитах вот такие вот отверстия. С одной стороны и с другой стороны. В дальнейшем будем мы сюда ставить саморезы и собирать наш корпус. Ну как я сверлю? Очень просто. Сюда вот ложу свой щит готовый. Ничего нигде не отмеряю, я примерно вижу, где нужно. Сантиметров 7 от края. Что сверху, что снизу. Ну вот и все. Таким образом делать буду все щиты. А потом уже, когда все будет готово, на саморезы скреплять буду корпуса наши. Как мы это делаем? Вот, это просто шурупелевый корпус сейчас. Чтобы у нас корпус никуда не уводило, ни в сторону, ни влево, ни вправо, мы сделали опять же оправку. Берется ровная дерево-плита и делаем такое приспособление. Ставим боковинки. Далее здесь у нас приготовлена передняя, задняя стенка и обмазываем клеем. Мажем на ДВП и на брусочек сбоку. С одной и с другой стороны. Когда, если у нас есть такое приспособление, то можно управляться одному человеку без помощника. Оправка, она, конечно, очень хорошо выручает. Все вот тут вот видим мы сзади, спереди, никуда уже не уйдет, ставим. Здесь вот тоже боковушка здесь будет прижиматься. И еще одну стенку ставим. И немножко так утапливаем, чтобы ушло до самой доски наш щит. И вот так вот брусочек Миша прикладывает, как бы вдавляет, выравнивает. Ну и на два саморезов. Далее с другой стороны тоже прихватываем, скрепляем на саморезы. Переворачиваем для удобства. И снова таким же образом скрепляем на саморезы.
Далее, с другой стороны. Ну вот и все. Корпус у нас скреплен. Далее что остается? Далее остается пробить здесь у нас гвоздиками наше вот это ДВП, которое перекрывает боковые щиты. То же самое, все наши ДВПшки прихватываем на гвозди с одной стороны и с другой стороны. Ну вот и все. Корпус у нас мы вот так вот собрали. В дальнейшем будет оснастка. Оснастка будут ручки и для подкрышника, чтобы ничего у нас не проваливалось. Проверяем. Вот у нас мерочка. Это брусочек от рамки 47. И тут рамочка будет немножко как бы свободна. Если кто делал все по моим размерам, должно получиться то же самое. Естественно, здесь выборка взята чуть побольше, а внутреннее расстояние 45 на 45. Обычный додат на 12 рамок. Итак, мы работаем дальше.